Перед просмотром этого видео убедитесь, что вы убедились, что перед тем, как вы убедились в том, что вы убедились, что перед просмотром этого видео вы убедились. Я не несу никакой ответственности за последствия. Впрочем, никого это не остановит. Snoop Dogg. Snoop Dogg – афроамериканский рэпер. Кто еще афроамериканский рэпер? Вы правы, Джей-Зи. Давайте посмотрим на фотку Джей-Зи. Вы тоже это видите? Это же Михаил. Все знают, что Михаил означает «может использовать хакер операцию» или «Ленина». Ленин. Ленин рифмуется с Ленным. Джон Леннон был участником группы The Beatles. Группа The Beatles была основана в 1960 году. 1 плюс 9 плюс 6 плюс 0 будет 16. 16 наоборот будет тацдансиш. Тацдансиш. Давайте погуглим тацдансиш. Вы тоже это видите? Кукуруза. Как кукуруза связана с иллюминатами? Давайте выясним. Кукуруза желтый-желтый бывает синим, Snoop Dogg тоже бывает синим, совпадение ли? Я так не думаю, если Snoop Dogg любит кукурузу, то она тоже синяя, а синий плюс синий плюс синий будет синий-синий, а синий-синий это тоже синий. То есть синий на самом деле это тоже синий, а вот на этой фотке мы видим, что синий это иллюминат, а Snoop Dogg тоже синий, а это значит, что Snoop Dogg подтвержденный иллюминат. Рекомендуем подписаться на сообщество сознания треугольника ВКонтакте.